Всем привет! Как снять решетку на автомобиле Ford Kuga Restyle? Первое, с чего мы начинаем, это освобождаем клипсы. Вот такие вот клипсики. По кругу. Все, что мы видим перед глазами, освобождаем. После того, как освободили, решетка данная поднимается вверх. Вот она свободно поднимается. И переворачивается. Перед нами продолжение. Сама решетка с обратной стороны крепится вот на таких вот креплениях. Их 5 штук. Сняв решетку, можно заменить эмблему Ford, которая находится у нас вот здесь вот. Это перевернутый вид. Вот вид сзади. Далее. Откручиваем 5 вот таких вот болтиков на 10. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. И снимаем вот эту вот, получается, освобождаем вот эту верхнюю планку. Далее необходимо открутить еще пару саморезов на 10. Располагаются вот здесь вот они, чтобы немножечко вот эту планочку, которая здесь стоит и закрывает решетку, оттянуть. Оттянули. И перед нами не очень хорошо видно. Мы видим, что решетка держится вот здесь. Один болтик, второй болтик. Сконцентрируемся. Видно, да. Тут их всего 2 посередине. Держит эту решетку. И откручиваем решетку. Сняли решетку. Для понимания, решетка держится, защелкивается несколькими защелками по кругу. Вот мы видим. Старую решетку, когда снимаем, есть вероятность, что вы их сломаете. То есть, чтобы их отщелкнуть, необходимо нажать вот сюда, вот получается, эти отверстия отверткой. И тогда они выйдут. А в отверстия в эти попасть очень сложно. Ну, либо через эти вот окошки, либо отодвигать, оттягивать решетку немножко. Вот, и вытаскивать вот из этих защелок. С обратной стороны я вам показывал. Вот такие интересные клепки держат. То есть это не болты, ну как бы на 10. Вот этот вот размерчик. Накручиваются на штыри пластиковые. Они, можно сказать, практически одноразовые эти штыри. То есть решетку можно снять только для замены. Сняв решетку, в принципе, смысл ее только если вы будете менять на другую. Например, как я, так как у меня комплектация Trend, я ставлю другую решетку. Вот старая решетка. Отличие ее. Это трендовская. Здесь пластик. Здесь у нас идет хром. И черный лак. Здесь идет обычная поверхность. Эмблемы будем перекручивать. Эмблемы держатся тоже на таких креплениях.
Установка. Вот про эти защелки я вам говорил. Вот они тут защелки. Вот. На этом все. Это был обзор решетки радиатора автомобиля Ford Kuga. До рестайл. Всем спасибо, всем пока.